Гороскоп на 14 апреля. Звезды предсказывают нелегкий в деловом плане день. Решение некоторых вопросов придется перенести. Но если адаптироваться к возникающим ситуациям, то можно получить неплохой результат. Тельцы. Повезет творческим людям. Вокруг появятся те, кто протянет руку помощи и наполнит вдохновением. Главное, сами включайте фантазию, чтобы не ждать у моря погоды. Близнецы. Вокруг вас будут постоянно крутиться люди, от которых ничего приятного ждать не следует. Наоборот, какие-то подковырки, критика и обидные словечки. В сложных ситуациях обращайтесь к друзьям. Раки. Если ситуация в финансовой сфере вынуждает слегка рискнуть, то так и поступайте. Главное, не снижайте планку и прислушивайтесь к интуиции. Львы. В этот день удастся исправить не только новые, но и давние ошибки. Если настроение романтическое, то встретите симпатичного человека. Отношения будут весьма интересными и крепкими. Девы. День сюрпризов и приятных встреч. Ничего не будет угрожать эмоциональному состоянию, если сами не начнете драматизировать ситуацию. Одинокие люди имеют все шансы завязать знакомство. Весы. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своей жизни. В ней есть немало пробелов и проблем. Постарайтесь отличить черное от белого. С родней ведите себя сдержаннее, иначе ссора неминуема. Скорпионы. Повышенная тяга к благородным поступкам очевидна. Вы даже пожертвуете собственными желаниями и интересами, чтобы окружить вниманием и добротой других людей. Не хватайтесь за все сразу. Это приведет к ошибкам. Стрельцы. Яркий, занимательный день ожидает вас. Вы даже не будете обращать внимание на мелкие замечания и критику извне. Однако придется потрудиться над прошлыми проблемами. Козероги. Сегодня вам будет трудно удержать себя в равновесии. Резкая смена настроения и бурные эмоции зашкаливают. Если не прекратите себя штормить подозрениями и сомнениями, то на плаву не удержитесь. Водолей. Вы с легкостью решите все свои финансовые проблемы. Не исключена помощь от человека, на которого вы и не рассчитывали. В амурных делах гармония и спокойствие. Рыбы. Придется распрощаться с личными желаниями, чтобы выполнить максимальное количество заданий. День непростой, но очень содержательный в плане работы. Обязательно включайте здравомыслие, не гоните на всех парусах.